аэропорт Охара, аэропорт Охара в городе Чикаго. Что? Да, внутренние рейсы Соединенных Штатов Америки. Пройдемся чуть-чуть по нему, ждем еще чуть-чуть и поедем в город Портленд. Надеемся, что там нас встретят и немножко мы поживем в Америке. Отдохнем после сумасшедшей поездки из Киева в Соединенные Штаты Америки. Вот так, идем. Так, о. Так, с этого гейта мы будем ехать, то есть лететь. Так, вот такое табло здесь. Так, американский Макдональдс. Обязательно попробуем ихнюю еду, чтобы знать, нас точно так же кормят в Киеве, как американцев, или нет. Но не сегодня. Так, на всякий случай, если кому-то надо будет, это терминал номер один. К терминалу добирались на автобусе с международного терминала. Аэропорт большой. Огромный. Вот здесь нас терзали, проверяли несколько раз. Вот, но проверку мы прошли. Погнали дальше. Здесь более симпатичный. Должен какой-то динозавр стоит. Даже нашли динозавра. Можно будет посмотреть какой-нибудь сувенир, поискать кому-нибудь здесь. Ну почему? Сувениры щипали. Мы в Чикаго в ближайшее время не вернемся. Уже с этой стороны веселее. Почему? Какой-то вентилятор огромный. Ну все, вот такой аэропорт. Хватит снимать.